Это самое вот любимое мое такое вот детище. Мое, потому что я инициатор создания этого трио. Поэтому это тоже мое такое детище, самое любимое за последние 2 года, поскольку всегда, во-первых, я очень люблю петь ансамблями, а потом Дима Беляков – это удивительный музыкант, удивительный. Он приезжает к нам из Москвы, он не ленится, ему вот не лень без конца к нам мотаться на концерты, на просто наши мероприятия, на встречи, ну и на репетиции, и пение тоже. Таня, которой мы знакомы больше, чем с Юлей. Больше, чем с Юлей. И дружим столько же. Вот. Мы с ней тоже очень любим петь. И я очень рада, что мы так втроем объединились. И теперь это все бальзам мне на душу. Я надеюсь, что вам тоже прольется этот бальзам, и вам тоже будет так же хорошо, как и мне. Третье отделение, трио «Парафраз». Thank you.
чай. И мы заварим черный кофе. Твои глаза, моя печаль, они яснее всех философий. Сесть, успокоиться, остыть, оградив себя от боли. Нам больше года не прожить, а может и не нужно боли. Раз больше года не прожить.